Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы с вами проведем небольшой анализ событий за неделю и не только. Мы с вами поговорим о тех вопросах, решение которых будет на повестке дня у Азербайджана и Армении, а также о российских миротворцах, армянских провокациях и пресечении попыток этих провокаций. То и дело мы слышим о подрыве на минах мирных и военных жителей, например, позавчера подорвался российский миротворец офицер, который скончался от полученных травм. И у меня возникает на это вполне логичный вопрос. А почему этой рискованной работой должны заниматься российские, азербайджанские и турецкие саперы? Почему мины ставили одни, а рисковать и умирать должны другие? Например, представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Коношенков заявил, что в ходе Второй Карабахской войны армянские войска заминировали все учебные и детские заведения в Хан-Кенди и других населенных пунктах. То есть армяне даже собственные садики и школы заминировали. Видимо, был настолько сильный дух победы, что они решили, что пусть подорвутся чужие дети, которые будут там учиться. Так и сейчас. Армянские беженцы возвращаются в Хан-Кенди, но при этом разминированием занимаются не армянские добровольцы, а российские миротворцы. И тут вырисовывался самый главный вопрос. А где минные карты? Или они просто в спешке минировали все подряд, лишь бы быстрее убежать в Армению? Или минных карт вообще нет? Первое, что нужно требовать от армянской самопровозглашенной администрации, это выдачу всех минных карт на территории всего Карабаха с 1991 года по 2020 год. И только потом уже можно будет продолжать вести разговор. Пока не будет полного знания расположения мин, то подрывы будут продолжаться и дальше. Но самое страшное, когда это будет касаться мирных жителей, к примеру, пастухов или тех, кто захочет посетить могилы родных предков, которые также могут быть заминированы. И не дай бог это коснется детей. И тут мы подходим к другому вопросу. Мы видим, как чуть ли не с первого дня окончания войны в Хан-Кенди стали возвращаться армянские беженцы. Но при этом по трехстороннему договору от 9 ноября четко указано, что это касается и азербайджанских беженцев. Азербайджанские беженцы могут возвращаться только на те территории, где действуют законы власти и азербайджанская конституция, как это было и до карабахских событий. Однако, пока мы этого не наблюдаем. А Азербайджан рано или поздно поставит вопрос о возврате азербайджанских беженцев. Это будет очень сложный вопрос для обеих сторон, так как тем ответственным лицам, которые будут этим заниматься, нужно будет как-то решать вопрос накопившихся внутренних противоречий между армянами и азербайджанцами. А пока, на 19 декабря 2020 года, можно с уверенностью сказать, что армянские войска были полностью разгромлены и остатки вооруженных сил и добровольцев покинули Зангиланский район. Но остался еще один небольшой штрих, так как армянская сторона должна будет еще вернуть 7 сел Газасского района. И в скором времени это должно будет произойти. Мы уже наблюдаем, что тракторы начали рыть новую границу между Азербайджаном и Арменией, а точнее восстанавливать старую границу 1991 года. Но особенно странно наблюдать за действиями местных армян, которые находятся в сотнях метрах от границы с Азербайджаном и сжигают свои собственные дома, чтобы уходить вглубь Армении. Логика этих действий непонятна, так как они сжигают собственные дома на территории Армении. Это выглядит так же странно, как если бы они сжигали собственные дома в Краснодаре или во Франции. И в дальнейшем на повестке дня будет решение вопроса транспортного коридора Нахчевань, который наконец соединит Азербайджан с Турцией. А что касаемо Николы Пашиняна, то можно сказать, что пока он не выполнит все договоренности и обязательства, никто не будет занимать его место, так как ни один новый кандидат или оппозиционер не захочет расхлебывать всю эту кашу один. Теперь поговорим о миротворцах, об их целях и о выгоде, которую получит Азербайджан от них. Сутью любой миротворческой операции является объективное и беспристрастное отношение, а также доверие с обеих сторон. Для азербайджанской стороны миротворцы нужны для контроля по выполнению полной деоккупации территории страны без жертв, так как деоккупация Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов военным путем увеличила бы количество жертв азербайджанской страны, которых и так было 2783 шахида. А также для помощи реальными действиями способствовать установлению мира в регионе и возвращению беженцев. Можно, конечно, говорить, что от этого выиграла больше всего Россия, так как она тем самым укрепилась на Южном Кавказе. Но из всех претендентов такой сторонний наблюдатель, как Россия, самый выгодный обеим странам, так как если бы им была Турция, то Армения бы не согласилась, если бы Франция, то Азербайджан бы не согласился.
а с Россией и у Армении, и у Азербайджана хорошие дипломатические отношения. А после многовекторности и выкрутасов Пашиняна у Азербайджана еще лучше стали отношения с Россией по сравнению с Арменией. Но опять же, это вопрос к Пашиняну. Если бы он не сдался и не подписал капитуляцию, то в течение нескольких недель никакой речи об НКР и миротворцах просто бы не было. Теперь поговорим о провокациях армянской стороны по стравливанию российских миротворцев и азербайджанских военных. Вот, например, совместное заявление Министерства обороны и Службы госбезопасности Азербайджана. Эти армянские вооруженные группировки не покинули территорию, а наоборот создали боевые позиции и в последние дни совершали террористические провокации и диверсионные действия против лиц и военнослужащих, осуществлявших гражданскую службу на указанной территории с азербайджанской стороны. Так, 26 ноября 2020 года в освобожденном от оккупации селе Сур Ходжавенского района в результате внезапного нападения армян на военнослужащих Министерства обороны, несущих службу на этой территории, были убиты трое наших военнослужащих, двое получили ранения. А 8 декабря при проведении работ по установке оборудования связи вблизи поселка Гадрут указанного района погиб один военнослужащий и тяжело ранен был сотрудник компании «Азерсель». По этой причине служба госбезопасности Азербайджана была вынуждена провести на этой территории антитеррористическую операцию, то бишь зачистку незаконных вооруженных формирований. И в данном случае Армения не выполняет свои обязанности трехстороннего заявления о выводе оккупационных войск. Как недавний пример, два села Шушинского района, Кёйнет-Аглар и Чайлагала, которые на момент подписания соглашения оставались за Азербайджаном, но как оказалось потом, там находились армянские военные, которые не покинули эти места. Азербайджанская сторона в течение многих дней требовала армянские войска покинуть эти села и давала коридор, и не применяла огонь, хотя имела на это полное право. А по мандату и соглашениям, российские миротворцы вообще не должны были занимать эти территории, но если бы не они, то армянские военные были бы просто уничтожены. И опять, выдержка азербайджанских военных, которые ждали 10 дней, спасла армянских военных. Главный вопрос, почему Пашинян и команда не указали в соглашении эти и другие места дислокации оставшихся на территории Азербайджана армянских войск? Тут есть три варианта. Либо Пашинян, как обычно, ничего не знал. Где там дислоцированные войска, кто где находится, как и в случае с Шушой. Когда он искал человека, кто бы ему рассказал об этом? Он, наверное, всю информацию о войне узнавал с телевизора или от соседей. Либо ему вообще было плевать на эти войска, и он о них просто забыл. Либо это было сделано специально, с целью провокации, чтобы можно было стравливать в будущем российских миротворцев и азербайджанцев и усиливать тем самым антироссийские настроения в сторону миротворцев. Пашинян использовал это, чтобы в очередной раз разжечь антироссийские настроения в Армении. Что вот, мол, русские виноваты, что не защитили армян. Хотя именно русские спасли армян от тотального уничтожения. Так же, как азербайджанцы, имели полное право не остановиться, а очистить весь Карабах от незаконных вооруженных формирований. По сути, русские и азербайджанцы вместе спасли армян. А Пашинян мог пожертвовать политической карьерой ради того, чтобы спасти тысячи жизней армянского и азербайджанского народов. Инкао была бы в границах 1991 года, а не как сейчас. Позиция Азербайджана очень ясна. Никакого независимого государства на территории Азербайджана больше не будет. Тем более Армения сама своими 30-летними провокациями перечеркнула все пути к этому. Согласно международному праву и законам Азербайджана, мирное армянское население может абсолютно свободно жить в Ханкенди и районах Карабаха только в качестве граждан Азербайджана, соблюдая законы и конституцию Азербайджанской республики.